Всем привет! Сегодня я расскажу, как пользоваться сборкой Linux Lite, 32-битная сборочка. Вот написано i686. Стояла бы 64, была бы 64. Вот, Linux Lite, 64-битная сборка. Довольно-таки экономно расходует системные ресурсы, если отнять вот 7, значит, 16% отнять 7, то, что используется на программу для записи, получим где-то там 9% всего лишь оперативки, и от 25 отнять 18, ну, получится там он 23, ну, 4-5% центрального процессора, то есть за вычетом вот этих вот данных. Что здесь мне нравится? Значит, вот смотрите, панель, параметры. Значит, идем внешний вид. Вот посмотрите, как можно изменять прозрачность панели. Нравится он так, нравится так, нравится так, нравится так. Мне нравится прозрачная панель, я ее, как говорится, и сделал прозрачной. Нужно вам посмотреть параметры второй панели, то же самое. Вот, смотрите, видите? То есть настраивается полностью под себя, как вам нравится. Дальше. Закрепить. Могу открепить и тогда взять ее и в любом месте экрана поместить, затем снова закрепить, и все будет, как говорится, закреплено. Надо вертикальная ориентация, да ради бога. Сделаю вертикальную. Поместили сюда. Там поместили сюда, не захотели, перешли снова на горизонтальную. Ну, я обычно где-то так вот всегда по центру располагаю и закрепляю. Вам, значит, пожалуйста, на вкус и цвет, как вам это дело понравится. Вот таким вот образом. Перескочили на настройки первой панели, поглядели, тут все нормально. Значит, вот смотрим, 40 пикселей здесь и 40 пикселей здесь. Хотя зрительно кажется, что вот эти иконки чуть-чуть вроде бы как побольше. Смотрите сами, экспериментируйте. Штучка интересная. Дальше. Программа SystemBug на русском языке. С помощью ее я сделал, значит, нормальную копию. Вот, которую вы будете скачивать, 1,85 гигабайта. Значит, как это дело выглядит? Смотрим. Вот я ее запускаю. Видите, никаких крокозябров. Нормальное меню, ну, единственное менюшка на английском языке. А так, программа SystemBug нормально работает, нормально все пишет, все нормально. Вот так вот выглядит, значит, изообраз на виртуальной машине. Вот посмотрите, нормально, эластично растягивается, как говорится. Можете поиграться с ним. А можете взять, записать его, как говорится, на флешку и, как говорится, установить к себе на жесткий диск. Нет проблем. Значит, а как все это дело делается? Значит, нажимаете на SystemBug. Вот. И идете, допустим, или на копирование системы, или на ее установку. При установке тут заведете свое имя, свое, значит, кличку, или что вы хотите, чтобы вас фигурировало в качестве, значит, имени вашей корневой папки. Пароль поставьте пока там единичку или девятку. Когда все настроите, потом поменяете, сделайте хоть километр длиной. Имя компьютера, ну, допустим, там, Toshiba Laptop, или там Lenovo Desktop. Как вам нравится.
А если вы хотите по умолчанию, что имя пользователя и пароль были user, идете сразу и указываете, куда вам чего там установить. Вот практически и все. То есть установка сборок, она отличается от традиционных тем, что сборка ставится через программу SystemBug. Дальше, о гибкости. Допустим, ну вот не нравится вам вот это вот, значит, системный монитор, да ради бога. Вон, взяли это самое и отключили его. Надо, взяли, поигрались там с другими. Посмотрели вообще, какие они там бывают. Ну вот это вот, я считаю, вообще там ни к селу, ни к городу. Вот. Самые разные варианты существуют. Вот, смотрите. Есть вот иконочка, но это вот неплохая, значит, это самое. А как устанавливается, значит, тут идете, написано топ, мидл, вверх, середина. Можете сделать, допустим, топ, right, применить, она будет у вас справа. Вот такая иконочка может быть. То есть самые-самые различные варианты. Я обычно ставлю вот эту вот, это самая моя последняя иконочка. Она хорошо отражает и системную информацию, и данные. Число, месяц, год, день недели и время. То есть очень такой вот хороший получился ценный гаджет. Здесь указана версия. А здесь ядрышко какое там. Все здесь, как говорится, все у вас указано. Ну, берите, как говорится, и пользуйтесь. Вот хороший виджет вот такой еще есть. Slink Code. Хорошие, сочные, яркие иконочки, особенно для людей слабовидящих. Вот можно пробежаться, там один, там два, три, там понажимать на них, посмотреть там чего, там как. Взяли, допустим, вот запустили приложение, да согласились, тут вот программа по установке всяких. Нормально. А вот хорошенькая есть еще штучка, значит, телевидение. Каналов здесь русских и украинских достаточно, так что можете посмотреть и выбрать, что вам понравится. И последняя финтифлюшка есть еще, значит, сейчас, значит, кварити приделали слайд-шоу. Куда-нибудь отошли или кто-нибудь зашел к вам, а вы не хотите показывать человеку содержимое своего рабочего стола, нажали на слайд-шоу, пусть пока вы с ним там говорите, смотрит вот на такие симпатичные картинки. Вот. По крайней мере, пока не решите сами. Кликнули в любое время, значит, мышкой, значит, и слайд-шоу прекратилось. Автоматически, значит, в автозагрузку варите я не ставил. Если вы нажмете варите вот здесь, то у вас начнут сейчас, вот видите, начнут периодически меняться, значит, обои рабочего стола. Установил я, значит, их там через минуту. Можете сделать, вот пойти в параметры, можете сделать тут и через час, и через день, или там через 5 минут, как вам нравится. Вот ставьте 5 там, минут, там, как кому что нравится. Вот. Иконочка вам какая-нибудь понравилась? Копировать в избранное. Все. Дальше. Посмотрели сюда. Переключатель обоев. Побежали. Вот, допустим, вам понравилось вот это вот. Побежали, взяли ее, скопировали в избранное. Так, вот она бежит, и каждую минутку там что-нибудь вам, какую-нибудь там картиночку выискивает. Не надо вам это. Взяли, вышли. И до конца сессии, значит, у вас будет оставаться вот этот, допустим, обоинка, которая, например, вам понравилась. Перезагрузили, значит, включили, там будет что-нибудь другое. Можно вот так вот сделать настройки рабочего стола. Вот здесь. Выбрать какую-нибудь там настроечку себе. Ну, мне вот нравилась такая вот Canvas. Да, вот такая. Вот она такая вроде бы не броская, но в то же время видно, что это вот X-Face крыска.
Linux и Light, значит, название сборки. Очень хорошо отражает, как говорится, символику. Нормальная, добротная сборочка, значит, два браузера. Chrome, значит, и Firefox. Причем, значит, я уже говорил неоднократно, что Google Chrome отказался делать свои браузеры в 32-битных сборках. Только перешел они полностью, значит, на 64-битные. А здесь, значит, вот всегда вы можете, значит, что сделать. Первое. Это тот же Chromium, но он, если посмотреть в настройках Chromium, вот написано, что эта версия для Ubuntu 14.04, а 14.04 будет поддерживаться до 2019 года. Раз. Расширение, в котором практически все мои видеоролики и наша команда, значит, о нем постоянно заботится. Здесь всегда можете скачать последнюю версию файлика, значит, команды и видео. Вот оно. Или на вишенку нажали, или на надпись, без разницы. И вот без волнистых линий взяли вот этот файлик, скачали. Раз. И можете также вот отсюда, вот написано «Мега». В кавычках я написал, что Казахстан по каким-то причинам с ней там в Драбадан разругался, не воспринимает, и люди с Казахстана мне постоянно просят забрасывать мои сборочки на Яндекс. Но я не очень-то люблю закидывать сюда дело на Яндекс. Нажимаете на «Мегу». На «Меге» вот, пожалуйста, Linux моей сборки. Debian, сборка 32-64 бита, Linux Mint, здесь, значит, сборки Cinnamon 32-64 бита, X-Face уже сделано, Mate сделал, но сегодня буду закачивать 32-битку, и затем еще останутся, значит, вот Linux Lite. У меня есть 64 бита, и вот я сейчас заканчиваю эту 32-битку делать, помещу туда еще 32-битную версию. Вот. Ну, вот такие вот, скажем, планы на ближайшие дни. Берите, скачивайте, смотрите. Ну, значит, здесь я помещу в закладочке, тут сильно большое имя напишу. Вот так вот. И вот здесь вот... В настройках вот сделаем вот так и всегда показывать панель закладок. Вот и все. И страницу быстрого доступа сделаем Google. Единственное, мы сейчас поменяем только название на ру. Вот такая будет страница доступа быстрого. Ну, вот и все. И вот у вас всегда, значит, пожалуйста, значит, автоматически, допустим, у вас будет загружаться, ну, страничка поиска на русском языке. Что-то надо, вот, пожалуйста, всегда, значит, на сайте можете посмотреть информацию. Вот здесь вот всегда отражается список, самые последние два ролика. Вот этот и вот этот. Дальше. Что, значит, можно, значит, еще? Значит, можно просто-напросто посмотреть вот этот ролик, как смотреть видеоуроки и пользоваться сайтом. Тут тоже, значит, я подробно рассказываю там, как что делать. Значит, вот есть авторские видео. И, допустим, по любому автору тут кликаете, и все видеоролики автора вот списком вам. От самых новеньких к самым, как говорится, стареньким. Вот. И бежите, и бежите. Тут бегать долго будете, у меня их много. Вот такие вот вещи.
То есть практически можно просмотреть видеоролики любого практически автора, на который входит вот список этих авторов, которые у нас, значит, с нами сотрудничают. Вот таким вот образом. Значит, ну что я вам скажу? Нормальная, хорошая сборка, шустренькая. Думаю, на 32-битных машинках она будет работать. Значит, были тут трудности при установке, значит, и супербут-менеджера. Кстати, вот будете вы ставить супербут-менеджер? Вот смотрите, если сами будете ставить. Казалось бы, да? Хотя там есть трудности тоже и с установкой на некоторых машинах. А вот понаблюдайте-ка вот такую вот интересную штучку. Значит, там, когда... Ой, где он там прячется? Вот. Вот поставите программу с стандартной командой, нажмете вот эмулятор и ни черта не увидите. А у меня вот он показывает окошко загрузки. Показывает его, как говорится, нормально. Вот такое выглядит меню загрузки. Это у меня столько понаставлено было программ, значит, на внешнем и внутреннем дисках моего компьютера. Вот такие вот, скажем, пироги с котятами. И везде приходилось там дотачивать, допиливать. Но сейчас вам в ручки дается готовая версия, как говорится. И, ну, пожалуйста, значит, гоняйте ее хвост и гриву, наслаждайтесь. Ненужные программы, значит, удаляйте, нужные доустанавливайте. Просто много здесь работы за вас сделано уже. То есть установлено, предустановлено много программ, которые, допустим, ну, у меня просто есть опыт, и я считаю, что программы пользуются, допустим, популярностью там у пользователей, они у меня установлены. Но никто вам, как говорится, не возбраняет ставить свое, и ради бога. Вот. Поэтому, значит, здесь полностью все настраиваемое, что не надо, значит, удаляемое, и практически тут можете под себя его так настроить, что будет у вас работать как часики. Так что желаю вам всяческих успехов и удачи. До новых встреч!